Сегодня выскочил в город ненадолго и ужаснулся. Увидел, как вечером один бомж засовывал пальцы себе в рот, смачивая их слюной, и дальше обтирал полностью всю остановку. А потом мы удивляемся о всяких бациллах, о всяких всевозможных там коронавирусах и всему остальному. В общем, если вы находитесь где-то в районе Молостовых, лучше на остановке не садиться, потому что не факт, что он не сошел с ума и не курсирует полностью по всей этой улице. Ну и, соответственно, пришлось сообщить, куда следует. Может быть, хоть как-то люди отреагируют. Как-то так. Не садитесь на остановках, ничего не трогайте своими руками. Лучше носить перчатки, защитную маску и подальше держаться от общественных мест. Всем пока! Соединение с пожарно-спасательной службой нажмите 1, с полицией нажмите 2, со скорой медицинской помощью нажмите 3, со службой газа нажмите 4. For connecting with fire and rescue services, press 1. Police services, press... Алло. Полиция Мишечкина, чем можно вам помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Возле напольного проезда, возле со стороны Биллы, на остановке, какой-то бомж слюной всю остановку вымазывает. И что, прямо сейчас. Плохо или что? Нет, он специально это делает. Измазал всю лавку, полностью все стекла на остановке своей слюной. Напольный проезд, дом какой? Ну, возле Биллы остановка. Я не знаю, где около Биллы остановка. Ну, напольный проезд остановка называется. Со стороны магазина Билла. Ну, улица, номер дома. Это нечетная сторона. Ну, напольный проезд, а да. Нечетная сторона в районе какого дома? Ну, остановка называется напольный проезд. Ну, а адрес какой у этой остановки? Я нахожусь на Петровке 38. Вы знаете, где находится? Ну, а я вот не знаю, где. Я не знаю, там 11 дом, 9 дом. Какой дом вот этот возле Биллы? Там, где Билла. Да. Вот это, да? Да. Дом 11, корпус 6. А улица какая? 13 дом. Улица Молостовых. Корпус 1, наверное. Корпус 1, он, говорят. 13, корпус 1? Да. То есть он специально слюнями мажет автомобиль? Да. В том-то все и дело. Он прямо сейчас это делает. Вот я проезжал на остановке, люди вышли и как бы вообще в шоке. Лавку полностью, все стекла на остановке, полностью всю остановку промазывает. Облизывает. Да, ну как облизывает, пальцы слюнявит и вытирает всю остановку. Специально. Информацию.